Петр Первый – один из самых известных реформаторов в мире. Но то, что он делал в Российской империи в связи с Новым годом, по сути, можно назвать смело хулиганством. С 1 января выбранные им вельможи в количестве от 80 до 100 человек запирались с ним в одном помещении и пили в течение 3 дней. Кто отматывался от праздника под предлогом болезни, единственная уважительная причина для отказа, к нему отправляли доктора. Если обман раскрывался, на несчастного накладывали штраф – выпить на глазах у всех огромную чарку водки залпом. Как понимаете, отвертеться невозможно. По истечению 3 суток из тех самых помещений люди просто выползали. Праздновать так продолжали ежегодно. Петра Первого в его традициях веселье поддержала потом Елизавета Первая, сменив откровенную попойку по принуждению только балами и маскарадами. А Екатерина Вторая впоследствии дополнила торжество традиции дарить подарки. Важнейшие атрибуты Нового года, такие как елка, Дед Мороз, Снегурочка, расскажу вам в следующих видео. Сегодня же поведаю о корнях традиций, связанных с Новым годом и Рождеством. января 14 начали праздновать Новый год еще во времена царской России по указу Петра Первого из-за желания идти в ногу с Западом. Но до этого славяне справляли этот праздник 1 сентября, что вполне объяснимо. Тепло, настает время собирать урожай, подводить итоги года. Можно выделить день, чтобы просто отпраздновать и отдохнуть. Однако и это не первая дата. Как только на Русь пришло христианство, Византия подарила нам юлианский календарь, основанный еще при Гае Юлии Цезаре. А с этого момента Новый год отмечался четко 1 марта. Приравнялась эта дата к началу весны, то есть возрождению природы. До появления юлианского календаря славянский народ праздновал в день весеннего равноденствия, предположительно 22 марта. Не исключено, что масленицу справляли тогда же. Кстати, традиция пить шампанское в Новый год, по легенде, появилась после победы над Наполеоном. Русские вояки на правах победителей опустошили винные погреба знаменитого дома мадам Клико. Предприимчивая мадам не возражала, догадываясь о последствиях. В результате затраты окупились с лихвой. Уже через 3 года предприимчивая вдова получила из Российской империи больше заказов на шампанское, чем у себя на родине. Теперь же, что касается Рождества, с которым на первый взгляд все ясно. Но только на первый взгляд мы празднуем день рождения Иисуса Христа. В этот день кончается пост, давая нам возможность радоваться, праздновать, а также есть, что мы хотим. Однако выходит, что Новый год выпадает на рождественский пост, то есть время, когда по православным обычаям нельзя вообще отмечать праздники, даже грешно. Но как же? Мы живем в отчизне, где большинство православных, а Новый год отмечает вся страна. А проблема в 1918 году. По приказу Ленина сменился календарь с юлианского на григорианский. Если раньше Новый год справлялся с 14 января, то из-за перемен он съехал на 1. Однако Русская Православная Церковь не пошла на поводу у новой власти и оставила Рождество 7 числа. По прежнему календарю, как вы понимаете, сначала праздновалось Рождество, что абсолютно не мешало новогоднему веселью. Но во времена Советского Союза все изменилось. Справление Нового года до сих пор не одобряется православием, однако считается государственным торжеством, что объединяет наши народы, тогда как Рождество – праздник исключительно церковный. Многие страны, как и старообрядцы, кстати, празднуют торжество 25 декабря. Кстати, Новый год был отменен до 1935 года, но из-за того, что люди продолжали его втайне праздновать, это стало нецелесообразным, и власть вернула праздник.
Только у народа к тому времени исчезла традиция проводить маскарады, как минимум из-за маленьких квартир, где возникал выбор – либо пляски, либо застолья. С появлением телевизора застолье одержало верх. По поводу традиционных поздравительных обращений. Стоит отметить, что они были поначалу не от главы государства, а от Калинина в 1941, что повторилось в 1944. После прервалось до 1953 года. Но лишь только Леонид Ильич Брежнев сделал это новогодней традицией, которая дошла и до наших дней.